Ну что, шарик, я тебя споймаю, я же огромный гигантский босс. А ты еще попробуй, я на своей тачке смогу скрыться от кого угодно. Это что, обрыв? А ну стоять! Вот я и обманул этого босса. О нет, меня схватил босс! Я сделаю из тебя квадратного монстра. О нет, он хочет меня распилить на кусочки. Что это такое? Куда он меня везет? Я уже и так наполовину робот. Отпусти меня, злодей. О нет, только не пресс. Привет, ребята, меня зовут Спори, и мы тут на заводе с нашим красным шариком проходим это нелегкое испытание. Тут будет очень много квадратов всяких и монстриков, и, конечно же, куча лазеров на этом заводе. Шипов, колючек и еще что-то. Так, вот этот шар с желтыми глазами, это у нас подрывник, и вот его братец, его нужно срочно сверху стукнуть, чтобы он не взорвался. Потому что если он взорвется, будет большой бабах. Нам же ведь это не надо, правильно? Это точно. Так. Оп. Оп. Ух ты, это мы сейчас туда, смотрите. Ого, какой тут завод. Да. Тут так просто не пройдешь. Так. Отлично. О, так эти штуки могут меня как прищемить туда, приплюснуть. Что мы будем делать? Попались, откуда же я знал, что там будут эти шипы. Так, эта штука здесь не все время. Тогда ладно. Монетки я, пожалуй, заберу. Так. Эй, может быть, ты сюда долетишь. Так, долетел. Хоп. Наверх. Вот сюда. Теперь нужно запрыгнуть и быстренько вот здесь что-то придумать. Отлично. Нет, не взрывайся, не взрывайся. Ух, справились. Хорошо, что этот монстр не успел взорваться, а то бы что было. Ой-ой-ой. Так. Хопа. Ого, вот эта пила огромная. Как я тут справлюсь-то, она просто гигантская. А ты кто такой тут бегает? Смотрите на него. Текс. Сейчас. Ты что? Откуда ты такая взялась-то? Нет? Все, спокойствие, только спокойствие. Теперь вниз. Что это? Что такое огромное? Ага, тут про... А, сейчас она будет нам открывать. Так... А вот это уровень похоже на игру Red Ball 3. Там тоже такой уровень был. Ах, обманщики, да? Нет, ящик нам надо. Нет, теперь он упал 100%. Так, может быть, ты отсюда уйдешь? Ну все, это мы тут так не пройдем. Мы тут так не пройдем. Нужно. Куда? Стой! Катится. Давай. Оп. Вторую и третью. Так, теперь можно ехать. А ну, уходи отсюда, квадрат. Брысь. Так, чё ты мне тут мешаешься? У меня тут важная миссия. Оп. Вот теперь ящик здесь. Отлично. Все, никакие лазеры нам не помешают.
Так, тут ничего не отваливается, а то обычно эти штуки отваливаются, и все у нас падает. Ну, вроде бы неплохо. Так. А-а-а, красноглазый ты злодей, такой плохой шарик. А-а-а, пружинка. Так. Ого, тут, конечно, немножко оступиться, и все, и мы сразу попадаем в колючки. Ах, ну хорошо, что мы очень ловкий шарик, и ничего нам не грозит. Так, я снова вижу флажок. А, мне показалось, что, ребят, мы очень быстро уровни проходим. Так, этот маленький ящик вот сюда нужно доставить. Как раз, чтобы он сюда влез. О, нет! Что это тут сдвигается? Ребята, это же уровень, как Red Bull 3. Ого, ну-ка, оп. Так, какой-то странный тут проход. Ох, ну хорошо, что мы тут справились. Так, тихо, тихо, тихо. Ну ладно, я спец... Что? Мы на колючках тут выжили. Ха-ха. Ну не на всех, не на всех. Хопа, хоп. Так. Ой, смотрите, наблюдает за мной. Все, я тебя взорвал. И ничего, ты никуда не денешься. Так. Ух, хорошо, что оно падает, как домино. Все тут прямо, прикольно. Так. Ай, куда это ты сюда влез-то? 45-й! А ну посмотрим. Посмотрим. Посмотрим, что же здесь будет у нас такого интересного. Так. И раз. Кнопка. Что за кнопка? Что она у нас включает? А, вот этот лазер, наверное, маленький. Давайте, мы сейчас ее закроем. Лазер у нас открылся, и как бы все, да? Можно идти дальше. О-о-о, нет! Ого, вот это там был взрыв какой огромный. Так. Вот это взрывище, я понимаю. Теперь что нам, покатить колесо? И что, оно там должно сейчас? Нет! Что это? Это мы сейчас как через лазер пролезли? Ха-ха! Такое вообще может быть. Ой, хорошо, что он не попал своим взрывом по нам. А то если бы попал, смотрите, трамплин получился. Пиу, 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 пиу. Ха-ха, прикольно. Так, залазим, залазим, и теперь что у нас тут? А, я думал, ничего не едет, я уже хотел по этому тросику идти. Но нет, тут можно хорошенечко упасть. Так, 46-й уровень. Ну что ж, ребята, я надеюсь, вам понравилась серия, так что ставьте лайки. Чем больше лайков, тем быстрее будет продолжение. Всем пока-пока. О. Так, кто-то нас уже там ждет, да? Хопа! Да, ребята, они вроде бы не страшные, когда мы успеваем сверху на них прыгнуть и раздавить. Но если они взорвутся, это будет очень сильный бабах. Прямо очень и очень. А-а-а, так. Смотрите, какой уровень, похоже, прямо как в Red Bull'е. Четвертом. Текс. Хорошо. Сверху его так бабах. Так, 34-й уровень, вот это да. Вот это сейчас что-то будет. Давайте посмотрим. Кстати, у нас монеток еще сколько? 138 штучек. Достаточно много. А вот этот злой шар тут сидел. Хотел меня споймать, наверное, да? Не получилось у него. Что это, пресс какой-то? Бах! Вот сюда бы залезть не очень бы хотелось. А, мы успели? А, что, как мы там вылезли от этого? Нет, если бы нас тут задавили, было бы вообще не круто. Вот это они бабахают.
Так, ладненько. Посмотрели и хватит, а то сами туда попадем и станем злым каким-то квадратом. Еще ведь нас оно раздавит.